нам надо в Казахстан! Но если что... Тольятти, я люблю тебя! Там под капотом, там... Это машина и золото. Все. Дед твой 20 лет назад взял общее золото, потерял общее золото. Все его ищут теперь. А только я нашел. Я нашел! Это легенды тольяттинского преступного мира. Один из самых лютых и злых бандитов. Это мой дедушка. Это наше золото. Мы из-за него отсидели. Артур нужен мне живым. Они убьют тебя и всех твоих родных убьют. Это стреляют, что ли? Они идут за мной. Какие-то жуткие типы. Меня хотел убить мой дядя вчера, родной. А еще этот Гришка, певец. Он мне пальцы вот так в рот засунул. Где мое золото? Слушай, давай без спойлеров. Это бандиты. Настоящие. Это клан Сопрано. Вокруг них смерть. А что ты умный, что ли, а? Может, у меня тоже план есть? Ну так расскажи свой план! Гоу, гоу, гоу! Все то, что было до этого, оно было нужно для того, чтобы я оказался здесь. Где ваша мощь? У нас долгожданные гости! Салам алейкум! Алина! Спасибо! Алтын, алтын! Все алтын! Где золото? Не стреляй, пожалуйста! Я тебя, тебя и вас всех я здесь убью. Нам сейчас надо продать золото и валить отсюда. Не, ну слушай, ну это хардкор какой-то. Это еще не американские фильмы.